Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев. Сегодня у нас вторник, 22 апреля. И мы начинаем ежедневный обзор валютного рынка Форекс. Начнем по традиции с экономического календаря. В 16.30 по московскому времени мы получим отчеты США по рынку недвижимости. У нас будет опубликован релиз по объему продаж жилья на вторичном рынке за март. Ожидается небольшое сокращение показателя по сравнению с предыдущим месяцем, с февралем. Начинаем наш обзор с пары евро-доллар. Инвесторы возвращаются на работу после пасхальных каникул, и сегодня можно ожидать некоторого всплеска волатильности в течение дня, особенно, наверное, с открытием европейских торгов. Еврозона сегодня не порадует инвесторов публикации интересных отчетов. Штаты опубликуют релиз по продажам жилья на вторичном рынке за март. В первый весенний месяц наблюдается рост потребительской уверенности, что благоприятно для рынка недвижимости. То есть, если инвесторы, простите, если потребители чувствуют себя более уверенно, соответственно, они больше будут делать расходов. И также, поскольку у нас все-таки покупка жилья – это такой очень серьезный шаг, соответственно, жилье стоит очень дорого, это во-первых. Во-вторых, необходимо все тщательно продумать, все тщательно взвесить, какое жилье покупать и так далее и тому подобное. И, соответственно, если у потребителей есть очень определенная хорошая уверенность, соответственно, они могут тратить свои средства на покупку жилья. И, соответственно, если потребительская уверенность очень низкая, то здесь уже люди не думают о покупке жилья, они думают, скажем так, о хлебе насущном, как бы прожить текущий день, текущий месяц. Поэтому сегодня можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, что благоприятно для американской валюты. И, соответственно, во второй половине дня можно ожидать некоторого спроса на американский доллар и, соответственно, ослабление пары евро-доллар. На сегодня по паре евро-доллар можно выделить следующие уровни поддержки сопротивления. Уровни поддержки расположены на отметках 1.3790 и 1.3749. Уровни сопротивления 1.3820 и 1.3863. Коллеги, если есть какие-либо вопросы по паре евро-доллар, задавайте, пожалуйста. Пишите свои вопросы в чат. Ну а мы пока перейдем к следующей нашей валютной паре, пара фунт-доллар. Быки по-прежнему ожидают роста котировок и покупают британскую валюту на откатах, однако сегодня трудно рассчитывать на хороший рост британской валюты. Из Великобритании сегодня не ожидается публикации важных макроэкономических релизов. Внешний фон, то есть статистика Соединенных Штатов Америки, напротив, может оказать умеренную поддержку американскому доллару во второй половине дня. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции по паре фунт-доллар. На сегодня можно выделить следующий уровень поддержки и сопротивления по паре фунт-доллар. Уровень поддержки расположен на отметках 1.6785, 1.6725, уровень сопротивления 1.6822, 1.6880. Если есть какие-либо вопросы по паре фунт-доллар, задавайте, пожалуйста, в чат. Ну а мы пока переходим к следующей нашей валютной паре, пара доллар-японская иена. Текущий уровень иены оказывает негативное влияние на деятельность экспортеров, и для сокращения отрицательного сальдо торгового баланса необходимо дальнейшее ослабление национальной валюты Японии. Накануне мы получили данные по торговому балансу Японии за март, отрицательное сальдо увеличилось, то есть рост экспорта сокращается вновь. Уже который месяц рост импорта очень достаточно сильно вырос. Соответственно, все это негативно для сальдо торгового баланса. Штаты сегодня опубликуют отчет по рынку недвижимости, который может приободрить быков на открытие длинных позиций. Однако, необходимо отметить, что уровень сопротивления 102.82 достаточно сильный. И сейчас, сегодня, вот мало предпосылок для его прорыва. Это во-первых, а во-вторых, все-таки геополитическая напряженность тоже присутствует в мире. Конфликт на Украине по-прежнему не исчерпан, а напротив, он только усиливается, и, наверное, он будет, скажем так, находиться на первых полосах средств массовой информации вплоть до выборов президента Украины, которые у нас состоятся через месяц, в конце мая, соответственно, еще целый месяц у нас будет геополитическая напряженность как минимум, и, скорее всего, она продолжится и после выборов
президента Украины. И, скорее всего, даже можно ожидать, что у нас будет второй тур по президентским выборам, потому что очень много кандидатов, примерно шансы у некоторых равные, соответственно, наверное, какого-то явного лидера одного не будет, и поэтому чем дольше будет происходить вся эта, скажем так, ситуация негативная, тем больше будет геополитической напряженности, и, соответственно, это все негативно для фондовых площадок. Безусловно, конечно, в первую очередь Россия и Украина, но и также, поскольку у нас экономика глобальная, глобализированная, то это определенный негатив и для всех ведущих мировых фондовых площадок. Соответственно, поскольку между парой доллар-иена и фондовым индексом Никей 225 очень высокая корреляция, то это негатив и для пары доллар-иена. Поэтому сегодня ожидаем в течение дня тоже развитие боковой тенденции, как и в паре фунт-доллар. Можно на сегодня выделить следующие уровни поддержки и сопротивления. Поддержки расположены на отметках 102.16 и 101.72. Сопротивление расположено на отметках 102.82, 103.33. Вот здесь небольшая ошибка. Приношу извинения. 102.82 уровень сопротивления, опечатка. Здесь на слайде, коллеги, у нас изображены уровни поддержки и сопротивления по основным валютным парам. Евро-доллар, фунт-доллар, доллар, японская иена. Если есть какие-либо вопросы по текущим валютным парам, задавайте, пожалуйста, пишите свои вопросы в чат. Хотелось бы сделать небольшие анонсы. Сегодня в 5 вечера по московскому времени мы проведем вебинар по конкурсу «Битва прогнозов». Любой желающий может опубликовать прогноз в специальной ветке на форуме по основным валютным парам евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена. Можно сразу по одному прогнозу на каждую пару или всего лишь один прогноз, как вам удобно. И на вебинаре мы будем обсуждать наиболее лучшие прогнозы, голосовать за них. И те прогнозы, которые наберут большинство голосов, по ним мы откроем позиции на демо-счете. И если данный прогноз закроется по тейк-профиту, то участник, который сделал данный прогноз, получит бонус от компании Fresh Forex $50 на свой торговый счет. Приглашаем всех желающих принять участие. Время еще есть для того, чтобы опубликовать свой прогноз в специальной ветке на форуме freshforex.ru. Завтра, в среду, 23 апреля, как обычно, в 10.30 по московскому времени, мы проведем ежедневный обзор валютного рынка Forex. Вебинар, где рассмотрим текущую ситуацию на рынке. Если вопросов нет, всем большое спасибо за внимание. Желаю всем успешной торговли.